набор посуды из титана от компании Nature Hake. Данный набор является продолжением идеи классического американского и европейского армейского набора посуды. В набор входят несколько элементов, которые составляли и составляют классический армейский, скаутский или такой бушкрафтерский современный набор. Это миска объемом 400 мл и массой примерно 70 грамм. В нее есть складная ручка. Это котелок объемом 750 грамм и весом примерно 110 грамм. Крышка подходит как к большой емкости, так и к маленькой. И в крышке есть дырки для слива воды. И, соответственно, в посуде удобно заваривать, например, сублиматы. И входит литровая фляга. Ее вес примерно 160 грамм. То есть весь металлический набор весит 340 грамм. Чехол весит еще примерно столько же. Соответственно, производитель указывает массу только самой посуды, потому что остальные аксессуары могут использоваться, а могут и нет, в зависимости от предпочтений туриста. Набор рассчитан на использование посуды прежде всего на костре, но также можно и готовить на горелке. И самый приятный момент в этом всем комплекте, что все это сделано из титана. Титан гладкий, имеет пескоструйную обработку, соответственно, он не просто красивый, но еще титан нейтрален к агрессивным химическим средам. Его можно ставить на горелку, можно ставить в костер. Он будет после этого легко мыться. И титан не накапливает на себе бактерии. Точнее, бактерии на его поверхности не размножаются. Соответственно, посуду проще мыть и обслуживать в полевых условиях. Комплект рассчитан на одного человека. И он является модульным. То есть можно поставить флягу внутрь большой емкости, или, например, взять флягу и маленькую емкость, брать с собой весь комплект, как угодно. Соответственно, это рассчитано на то, что вы кипятите и готовите пищу в большом объеме, принимаете пищу или пьете чай из маленькой емкости, а флягу используете только для воды. Есть еще такой прикол, который в отечественной школе особенно не используется, но активно применяется и в Европе, и в США. Можно кипятить воду не в котелке, а можно делать это непосредственно во фляге. Фляга ставится в костер, и здесь на крышке есть точка крепления. Она служит для того, чтобы подстраховать флягу, если она, например, лежит в боковом кармане рюкзака. Но также за нее можно повесить флягу над костром и кипятить воду непосредственно в ней. Чехол, который поставляется в комплекте, позволяет носить весь комплект как сумку через плечо, как поясную сумку. В том числе можно элементы прошивки моли застегнуть на пояс рюкзака или ваш классический пояс у брюк. Можно приделать эту штуку к модульным системам, которые имеют прошивку молли, или вообще этот чехол не брать с собой для снижения массы, что вполне логично. Боковые кармашки позволяют здесь расположить зажигалку, непромокаемые спички или какое-нибудь огниво. Также есть передний кармашек, в котором хранится крышка, которая иначе выступала бы из основного комплекта. Навеска очень легкая, и она приятной конструкции. Ножки крепятся в петли кружки и основного котелка, и они скомпенсированы, соответственно, вы, несмотря на маленький объем, вешаете это над костром, и оно не переворачивается. Таким образом, этот набор посуды является отличным решением, прежде всего, для соло-туристов, которые много ходят лесных походов, часто общаются с костром и хотят иметь надежное, понятное и очень качественное снаряжение. Также это отличное решение для тех, кто любит модульные системы или стремится в своем снаряжении использовать стилистику милитари. Выбирайте себе правильное снаряжение, отправляйтесь в интересные места, берите с собой друзей, а за обновкой приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.